3 сентября в столице Казахстана, Астане, прошел гранд-финал фестиваля красоты и моды Пьера Кардена «Miss World Asia Beauty» в нескольких возрастных категориях. Конкурс профессиональных моделей в категории от 18 до 28 лет, конкурс профессиональных моделей в категории «Подростки» 13-17 лет и конкурс профессиональных моделей в категории «Мини-мисс» 6-12 лет. Среди участников были девушки из Центральной Азии, в том числе из Таджикистана. На конкурсе получили призовые места и таджички, совсем юные дети из Таджикистана. Это 7-летняя Назанин Азимова, получившая 3-е место, 13-летняя Амалия Джураева, завоевавшая звание топ-модель фестиваля в категории «Подростки», а также 27-летняя Зумрат Бакиева, занявшая 1-е место среди взрослых. 20 красавиц столицы сегодня поборются за звание «Самый красивый». Напомним, что подобные мероприятия проводятся в странах Центральной Азии уже далеко не в первый раз. Представляли свои страны на лучших мировых площадках. Это Америка, это Франция. Все подобные мероприятия – не что иное, как навязывание мусульманам региона неисламских европейских ценностей. Причем, что характерно, в итоге получается, что тиранические режимы региона и западные так называемые «просветители» удачно дополняют друг друга. Одни запрещают ношение хиджаба и навязывают женщинам ношение неисламской одежды, а другие под видом благотворительных просвещенческих и культурных проектов пропагандируют среди мусульман разврат и полную потерю нравственных ограничений. Ну, грандами являются не только там подарки, но и финансовая поддержка. We'll be right back.